улице минус 30. Работаю под вагоном. Залез погреться. Вот там вот внизу. Сейчас покажу. Опа. Перемерзла труба. Напарник убежал за кипятком. Я вот пока здесь разобрался. Надо будет вот там отогревать. О, холодина какая. Руки замерзли, перчатки, блин. Немножко сырые. Пошел обратно в вагон греться. Все для пассажиров. Вот. Отогрели сколько-то. Вот, кипяточка. Напарник побежал заводить установку. Сейчас посмотрим. Будет работать, нет? Ой, капец, какая холодина. Набрали кипяток. Оп. Пойдем дальше отмораживать. Ювелирная тонкая работа, да? Ох, мимо льешь. Доливаем теплоноситель, систему отопления. Вот такой вот интересный. Как все удобно, как в автовазе, блядь. Желательно подтянуть. Унитаз Терминатор Т-1000. Так. Ну, допустим. Очень это все так удобно сделано. Давай, родной, ты захочешь? Гад такой. Прям противиться судьбе своей. Ну что, не течет. Ну хорошо, все равно немножко кривовато сидит. Заводская недоработка. Че это, гипак, че нам тут? Наверное, там, с той стороны. Ой, звездец. Напор не ходит. Ладно, не буду показывать. Короче, у нас обрыв. Нам надо поменять магистраль отсюда и до самого конца, вдоль всей стены. Сейчас будем делать такую сборочку. Прежде чем ее сделать, надо избавиться от старой трубы. Фух, а я уже что-то сегодня устал. Вот у меня напарник, молодец. Болгарка херачит трубу. А знаете, чем я херачу? Ножичком канцелярским. Говорил же, давай две болгарки возьмем. Что такое? Вот часть срезал трубы. А мне надо, чтобы уголок залез. Выводить ее наверх. Охренушки. Надо еще срезать.
Мне на эту херню, блядь, минут 15 ушло, чтобы его только засадить сюда. Только-только, впритык-впритык. Ох, как я устал. С меня уже пот бежит. Так, труба отопления такая горячая уже, блин, обжегся в нее несколько раз этим местом. Ладно, сейчас тут хомут. Далее надо будет продолжать башню собирать. Все для пассажиров. Наверное, как-то так вот. Думаешь? Ну вот, далее надо. Так, одеваем гофрированную и оставляем колено небольшое, наверное. Где-то здесь, наверное, отрежем. Скорее всего, чтобы она немножко гуляла с трубой. Иначе, если гулять не будет, ее сорвет потом со временем. Сейчас, значит, тут затянем хомутиком и где-то здесь отрежем. И далее! А? Чё? Говно? Вопрос? Вопрос, говно. Чё-то напарник ходит, орёт. Ебашь. Что? Всё-таки не ту взял? Я ж тебе сразу сказал. А ножик-то ты брал? Ага. Да-да, всё, нашёл. Так, сейчас мы вот эту вот башню собираем. Включаем воздушную трубку. Компрессор будет качать, и мы будем слушать. Если утечки не будет, крепим все это на перфоленту и собираем. Ну вот, там я послушал, утечки нет, воздух не шипит. То есть, значит, получается, все хомуты закрепил основательно. Давление воздуха у нас 57 баррелей. То есть он не нагнетает, а выкачивает воздух из емкости. Создавает туда вакуум. Там, вернее, вакуум. Тоже я уже заговорился, нахрен. Пришли господа слесаря. И сидят, ничего не делают. Ну, это я так, образно, шутя. А? Чё, господа, как отдыхает? Сколько там уже? Там 57. Ну, он как бы качает. Ну здесь ничего не шипит, как бы все собрано. Ты там у себя посмотри, да, шипит, не шипит. Здесь бы, если бы шипело бы уже при таком давлении, давно бы слышно было бы. Да давай, давай, сыкай мне, сыкай ты. Так, ну посмотри на утечку-то. Кожух закрепили. Сейчас проблема вот здесь. Высоковольтное отопление, 3000 вольт, задевает трубу. Ну, не задевает, конечно, но на пожарный случай, на всякий. Мы его сейчас переделаем и сместим отсюда вот сюда. А где у тебя белая банка? Ты ее не стал брать? Ну. Что там, все, пробу смываю, да? Подожди, я тебе отмашку дам. Шайбочки надо. Шайбочки надо. Давай! Не смывает. Шипит, да? Шипит, что? С пыркой что-то может, нет? Может, провод какой отпал там с его тышки? Пырк. А эти X1, X2 подцепил провода? А блок-то где тогда, блядь? Так здесь же омеговский. X1, X2 вот здесь вот подцепляется, а блок спереди стоит, помнишь? Вот здесь провода должны сбоку идти. Стоящие, вот они.
А, вон они, блядь. Иначе скинули, блядь. Ну а блядь, на них подписаны какой X1, какой 2? Блядь. Еще сырые, блядь. Нет нахуй. О, она еще и фишка-то, видишь, вон. Ё-моё. Попробуй. На СКЛ-ки-то. Ну, провод подключены там. Провода. Скорее всего, 25 секунд надо было подождать. Да, так же думал. Так, у меня на ту сторону... А-а-а, вон в чем дело. Я это подумал. Так, здесь и здесь. Все. Да? Нет. Попробуй найти. Вот мне тоже надо туда две шайбы, на ювелирную работу. А ее как таковой нет. Дверь такая умирает вообще. Давай еще раз. Ха, не хотит. Не хотит. Вернемся к ювелирной работе. Отопление смещить. Вот есть к нему крепление. Так, так. Есть у него крепление. Есть. Но дело в том, что... Да что ты будешь делать-то? В чем дело? Ни в чем. Так. Дело в том, что здесь гаечки на 6. Надо шайбы найти. Пришлось снять с КРС шайбочку. Сейчас поставлю сюда. И будет как будто бы и здесь было. Так. Не сходились. Крепляйте. Как их назвать? Шпильки по размерам не подошли немножко. Пришлось инновационные технологии применить, целый математический расчет и привлечь научный центр. Пришлось подогнуть ее. Опа! Тут все закрепили. А что у нас тут фокус играет? Так, все закрепили. Батарею перенесли на безопасное расстояние. Так, что у нас тут, блядь? Не падай, козлина такая. Так, вот это вот мне не нравится здесь. Как бы не перетерла ее в этом месте. Вон тут. А мы ее сейчас под нее сделаем. Но все равно, блядь. Ее уже перетирает, сука. Засранка, этот угол. Ничего не видно. Угол немножко чуть-чуть прям врозь рез ей. Чуть-чуть. Ну, придется, наверное, сейчас тогда ниже опустить. И присобачить на хомут, на перфоленту. Собирать розетку на место. Собирать блок на место. Клемную коробку верни. Ну что же. Розетку собрали, клемную коробку оставили на завтра. Здесь у нас все закреплено, столик так. Здесь надо будет утепляться, поэтому кожух просто задвинем и оставим уже до завтра, потому что утеплителя с собой нет. На улице уже темень совершенная, ничего не видно. Нас попросили отсюда убираться, потому что батарею в вагоны садить нельзя, а он не на зарядке. Так, все собрали. Чемоданчик, блядь. Эй, блядь! Зарплату бы такую выплачивали тяжелую. Ох.